Вот наша дверь. То муж снимал, теперь все-таки я с ней приехала воочию посмотреть, что получилось. Оставалось поставить ручку, но тут ждала нас неприятность. Муж говорит, что короткая вот эта вот штука, вот которая отсюда до сюда, и не получается установить ручку. То есть вот вам и дорогая дверь. Не знаю, что он там подумает, примет решение какое. Что делать с этим? Дверь тяжелая, массивная. Ну, есть в ней, конечно, зачет. Во-первых, с ручкой непонятно, что открывается. Замки. Ну, вот смотрю, не из нержавейки порожек-то. У нас дверь в квартиру Торакс, там нержавеечка. Зато хороший он. Зеркало. Зурчик оставили. Вот это, чтобы усадку давал. Прикрыла я дверь, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с прикрытой дверью. Так, у нас тут обрешетка, я по ней хожу. Вот так вот выглядит с закрытыми дверями. Вот, отражается и тоже становится светлее. Ну, мне так кажется. Ну, вот так вот будет выглядеть вход. А именно здесь должна будет сиделка, вешалка. Нормально, как раз 50 сантиметров. Здесь встанет комод. Все будет нормально. Здесь вот сидеть, ну, посидеть, разуться, обуться, ящик повесить, комод с зеркалом. Так, ну вот светло. В комнате светло, хоть солнца нет. Пасмурное абсолютно небо. Так, сколько у нас здесь венцов получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Так, полы. Ты везде планки эти поставил, да, чтобы не разъезжало здесь бревна? Чтоб не повело. Не, не полезу. Не полезу. Не полезу. Все посмотрела. Все заценила. На второй этаж я не полезу. Зеркало очень красивое. Оно как-то стройнит. Вот столько снега, аж второй венец намело. На качелях вон вообще что творится. Вон какие качели красивые стоят.
Так, что касается беседки, то все с ней нормально, и даже нету пуза, которое было первый год. Но сейчас зима, сейчас холодно, может быть, поэтому нет. А вот весной, осенью, может, и появится еще вот это вот пузо, которое вагонку растопыривало. И козырек вот здесь вот на душе тоже выдерживает снег, как ни странно. Там поликарбонатный козырек, и он выдерживает. Вот он. Козырьку ничего, пока держится. Хороший поликарбонат, значит. Ой, вот такие вот снежные. Снег. Снега в этом году. Хорошо, у нас два пруда. Я думаю, они наполнятся по самой небалуйся весной. Какие сосенки. С иголочками. Красивые.